Народ, мы приехали на пляж Маккензи. Сейчас мы заплатим за стоянку и идем снимать, как самолеты садятся. Маккензи — это в Ларнаке находится. Тут есть паркинг 2.50. О, садится самолет. Сейчас мы пойдем на досках, как раз заплывем в море, и будут они над нами пролетать. Ну а перед этим надо заплатить. Аппарат принимает 5, 10, 20, 50 евро. Так, у нас есть евро. Оп. И оп. Должны что-то выдать нам, билетик. Есть. До 23.44, 2.50. Можно было. А вот лайфхак. Просто бросайте евро, и у вас стоянка будет 3 часа или 4. 4 часа вполне достаточно, да, чтобы покататься. И на меньше, но я взял за 2.50. Ну ладно, пофиг. Зато до 23.44. Может быть, билет, если что, потом кому-нибудь отдам за еврик. Буду уезжать, я там. Система, лайфхак. Стоянка. И вон пляж. Пройти буквально тут метров 100. Пройти 100 метров, и мы на пляже. Сейчас надуем доски, волны появились. Ну ничего, погоняем по волнам чуть-чуть. Главное, пару фоточек замутить, видосик, и будет нормально. Россия. Летит, да. А, это маленький. Маленький. Самолетов не видно. Один только что шел, но куда-то ушел. А, во, летит, по-моему. Да. Надо туда поближе подплыть. Пока менты не приехали. Давай, он на подлете. Стой, стоп. Мы находимся на пляже Маккензи, снимаем самолеты, как садятся. Ловим хороший кадр. Кстати, это одна из точек, куда вы можете с нами также приехать и пофотографироваться. Но скажу так, пляж, если вы тут собираетесь просто ехать, позагорать, очень такой темный песок, неинтересный. В Айнапе у нас поинтереснее пляжи. Ну, а мы ждем нормальный моментик. Что вы скажете, мадемуазель? Ждем. Кого ждем? Ждем момент. Сейчас где-то должен прилететь самолет. Опять. Ветром сдует? Блин, полоса-то все равно в одном направлении. Они просто заходят с разных сторон. Нет, он полоса-то вот так идет. Значит, они так и садятся. Да, они не могут вперед или как бы по-другому сидеть. Ждем самолет. Это Ларнака. Вот такое море здесь не очень. В Айнапе у нас поинтереснее. У нас все в Айнапе поинтереснее. Облака зато, смотрите, какие. Тут еще все время полиция ездит, смотрит на нас. Что мы тут творим? Экшен, экшен у нас тут. Прогонят нас или нет? Спасатели подошли потрогать доску. О, типа хорошая доска. Конечно. Поэтому
Все, кто нам говорит, что ой, у нас дорого, я вам скажу так, у нас да, дорого, но вы можете найти дешевле. В той же Ларнаке покататься на досках стоит 15-20 евро. Плюс доехать до Ларнаки в одну сторону сколько билет стоит? В две стороны 7 евро. То есть получается 15, даже если евро час, 7 евро это уже 21, плюс потерянное время, плюс вы пока дойдете до пляжа, вдруг там еще занято, не занято. А, и сюда, да, вас не пустят, кстати, да, на досках доплыть. А так с нами вы подъезжаете прямо к пляжу, мы высаживаемся, мы вам даем доски, и вы погнали делать феерические фотографии. Мы дорогие, потому что мы вас можем в любую точку доставить. О, идет самолет. И мы можем вас в любую точку доставить и так же самое забрать вас из любой точки. Не надо вам тащиться. Всем, кому мы дороги, или им дорого. Нет, всем, кому мы дороги, к нам относимся. Кому дорога наша услуга, пожалуйста, не пишите, что мы найдем в другом месте. Да, можете найти, можете хоть в Лимассоле найти. Как говорится, удачи. Сейчас ветер. Народ, это Маккензи пляж. Подписывайтесь на наш каналчик. В Instagram лайкайте фоточки. Иногда мы будем выкладывать хорошие места, где можно поплавать. Но у нас сегодня ветер поднялся, поздно приехали опять. Поэтому все, едем домой. Немного серфа. Чё? А, ну ладно. Поеду без. А, значит, в магазин не пойдем, что ли? А, значит, в магазин Бершку не пойдем. О, маленький какой. Как карлик. Что такое? Ну хочешь ты пойдешь, я пойду в машине сидеть буду сидеть. Вот и все, подошла наша поездка в Ларнаку. Подписывайтесь на наш Instagram. Ссылки в описании, ставьте лайк. И будут еще круче фоточки скоро. Может потом в горах погоняем на этих же надувных досках по снегу. Блин, а когда вторые будут, блин, спасны, на ней да? Можно так разогнаться, что походу можно на старой. Вообще, разогнаться и убиться. Точно, на старом. Ага, сейчас, блин. Но не знаешь, как разгонишься, убьешься? Я знаю, в дерево. Поехали.